Спасибо. Пена, что ты сделал? I want you, baby pizza. Алло, здравствуйте. Казадовый слушаю. Здравствуйте. Это ночной клуб, да? Да, это ночной клуб Казанова. Я прошу прощения, а столик на двоих заказать можно? Столик на двоих? Да. На какое время? Ну, вы до скольки работаете? Вас плохо слышно. Говорю, до скольки работаете? Мы до 6 работаем. До 6, да, работаете. Да я у вас был же, не помните меня? К сожалению, нет. Я вот у вас с другом, мы заказывали столик на двоих, да. Ну, выпивку, еду заказали. Так он это, я ж сидел за столом, вот сейчас даже, а он отлучился в туалет и пропал куда-то. А денег у меня, ну, нету заплатить. Что мне делать? За что именно заплатить? Ну, мы заказали вот столик, все, еду, выпивку заказали. А он ушел в туалет якобы и не пришел. А я вот сижу у вас и все, и я не знаю, что делать, денег нету. А где вы сидите? Ну вот, за столиком тут сижу у вас. Видите? В клубном зале? Да. Там на столике номер. Подскажете? Где? На столике, там есть наклеечка, и там написан номер столика. Да, вот 7-й, наверное, да? Или что? Вам сейчас подойдут. Вы, да? Да. Ну, подойдите, пожалуйста, то и это, трубку не ложите, я не знаю, что делать. Хорошо. Я здесь сижу, 7-й, да. Алло. Да, алло. Здравствуйте, слушаю. Да, да, где вы есть? Мы уже подходили за ваш столик, там никого не оказалось. Как нету? Может, я ошибся цифрой? А вы в какой именно ночной клуб звоните? Ну как какой? Здрасте, приехали. Я ж в это... Не узнаете, что ли? Ночной клуб Казанова. Казанова, правильно? Правильно. Да. А какие столики у вас тут заняты? Вы звонили узнать то, что вы не можете заплатить за счет, потому что ваш друг пропал, правильно? Да, да, да. Я сижу вот за столом, может, я что-то не те цифры вам называю. Посмотрите внимательно. Там никого не было за 7-м столом. Да за 6-м и 9-м. Дед, зацени трек права на мсхттпс www.youtube.com/watch.v=s. Вы можете подойти на барную стойку и обратиться к официантам. Я стесняюсь, мне заплатить нечем, меня кинул друг, заплатил, меня привел сюда. Зараза, заказал, а платить мне нечем. Он куда-то ушел в туалет и уже час там, не знаю, нет его. Вот. Какой я все стол? Понимаю, но да, вам придется подойти. Третий столик. Ну я можно быстро уйду и все. Как будто меня и не было. Третий столик. Нет, так нельзя. Третий столик. У вас же 7-й столик. Как уже третий? Да какая цифра? Ну, третий, наверное. Вы говорили 7-й столик. Так, 7-го, говорите, у вас нет, начните цифры называть. 9-го у нас нет, 7-й у нас есть. Девушка, ну черт, вы издеваетесь-то? Ну подойдите вы. Это, по-моему, вы издеваетесь надо мной. Подойдите ко мне, уже решим вопрос, чтобы уже ж не было конфликта, чтобы полиция и милиция никого не вызывали. Подойдите, пожалуйста, сюда. Я проходила мимо третьего столика, никого не было. Ни на третьем, ни на четвертом, ни на пятом, ни на шестом и ни на 7-м. В смысле? То есть нет никого, что ли? В прямом. Никто не сидит за этими столиками.
Ну а за вторым сидят? Никто не сидит. Вы издеваетесь, а где я тогда сижу? Это вы издеваетесь. Ну я где сижу, по-вашему? Я в Казанове или где? Подойдите на барную стойку, мы с вами все обсудим и решим все ваши вопросы. Да я стесняюсь, я тут вот сижу. Не стесняйтесь. Давайте подойдите, пожалуйста, уж вы ж меня простите. Подойдите, пожалуйста, на барную стойку. В любом случае, если вы не оплатите за столик, охрана вас не выпустит. Так что лучше самим подойти на барную стойку. Я пойду покурить, якобы охрану обведу вокруг пальца. Покурить пойду, и все, и поеду мимо лесом, как скажем, и все. Никто ничего не будет платить, если вопрос ребром стоит. Я сижу, мне стыдно. Я сейчас предупреждаю охрану о том, что... человек мужского пола не оплатил столик и сейчас никого не будут выпускать. Да что ж вы говорите? А я пройду, понятно, если вы тут не подойдете. Я в туалете буду. Будьте в туалете, всего хорошего. Я пошел в туалет тогда, и не найдете меня. Да. Здравствуйте, я вас слушаю. Так, все, я в туалете, если что. Меня не беспокоит. Да, хорошо. Я сказал, только попробуйте меня охранника сюда позвать. Хорошо. Я в туалете, ясненько. Больше да, будет. Хорошо. И все. Очень интересную информацию. Я сказал, вы мне это уж простите, денег нету. Денег нет, знаешь. Я в туалете. Я вас поняла. Я не подойду к барной стойке, потому что меня я вас скрутят. Поняла. Меня скрутят там, потому что денег нету. Я в туалете. Если вы хотите уйти, идите. Куда? Ну как куда? Домой. Охрана. Ничего страшного, вы же хотели пройти, вот и пройдете. Так вы меня обманываете. Вы хотите, чтобы меня скрутили, да? Нет, я вас не обманываю. Я в туалете сижу. Вы можете идти. Так а кто платить-то за мой столик будет сегодня? Не переживайте, все оплачено, вы можете идти. Да-да, знаю я ваши вот эти. Вы мне тут не надо. Я сейчас выйду с туалета, вы точно меня не тронете? Вас никто не остановит. Точно, да? Точно. Я постараюсь быстренько пробежать, чтобы меня не видели. Да, хорошо, пробегайте быстрее. Так, точно обещаете, что меня не трогают? Точно обещаю. Я понял. А вас как зовут? Снежана. Ясно, Светлана, да. Светлана, да? Нет, Снежана. Красивое у вас имя, Снежана. Вы мне очень Спасибо. Понравились. Я как зашел, сразу обратил на вас внимание. Вы красавица моя. Не хотите со мной подружиться поближе? Я Нет, красивый. Завтра я не хочу ни покушать, ни выпить, ничего. Сегодня. Я вас прокачу на такси. Не надо мне ничего. Я сейчас тогда с туалета выйду, не троните меня. Вы можете идти, вас охрана не будет задерживать. Ну давайте до хорошего вечера, до свидания. В конфликт вступать с охраной. Голос у нее, конечно, приятный, блин. Такой нежный, прям сексуальный. Здравствуйте, ночной бар Бессонница. Так, это Бессонница, да? Да. Я прошу прощения. Я вот... Сейчас, секунду. Айна, поговори. Алло, здравствуйте, ночной бар Бессонница. Да, Аня, добрый вечер. Добрый. Я прошу прощения, вот сижу у вас за столиком, да. Значит... Где сидите за столиком? Да, у вас тут. Видите? Нет, не вижу. Ну, столик, видите вас? На какой столик занят? Вы имеете выходить Алла, стол с бронированным? Алла, твой выход. Не-не, я у вас сижу за... Вот, видите меня? Я за столом. Представляете, нет. Странно. А что, у вас все столы свободны, что ли? Нет.
Вот я сижу за столиком, вы меня, наверное, не видите отсюда. Значит, я просто что хотел сказать. Я вот пришел сюда с другом, да, своим. Дело в том, что он куда-то пропал, якобы в туалет, а меня оставили. Я долгое время сижу, жду его. Такое чувство, как будто, ну, меня обманул он. Потому что друг, то я его знаю только первый день. А денег у меня нет за столик оплатить, и все заказал, там, выпивку, еду. А я что, я без денег, можно я уйду? Вы домой? Да, домой. Идите. А вы меня пропустите, просто никто оплатить не будет. А вы за каким столиком сидите, расскажите. А как понять, какой вы меня? Ну, опишите, что рядом с вами. Ну вот, сижу столик как столик, я вас уже не первый раз тут был. Обычно деньги брал с собой, а вот сижу тут, денег нету, все. Сижу, денег нету, за стол тут полный стол у меня, все, и пиво, и выпивки тут всяких разных. Его-то заказал. Выйдите, пожалуйста, в холл и позовите администратора, мы решим. Да не, мне стыдно, чтобы никто, мужики хоть не видели, стыдоба, тут денег нету. Иди. Можно просто спокойненько уйду из заведения и все. Идите. Платить не буду, да? Идите. Я тогда возьму со стола что выпивку домой. Идите. Ничего, охрана, ничего не против. Ну, идите. Я пиво возьму и все, там с собой бокал. Все. Еще что поесть, может, что пакетик дадите? Ну, спросите у официанта. Пакетик дадут мне, чтобы еду собрать. Конечно, у официанта спросите, а он вам принесет. Только у меня денег нет, чтобы платить, я еще раз повторяю. Бесплатно. Я поняла вас. Меня друг кинул на деньги. Походу убежал, зараза. А в каком городе? В Тольятти. А, в Тольятти. А клуб как называется? В смысле? Какой ваш клуб называется? Да. Какой? Вы издеваетесь, что ли? Нет, я спрашиваю, в каком вы клубе находитесь? Бессонница. В Бессоннице? Да. А вы сейчас со мной разговариваете, в туалете сидите? Ну, да. В туалете? Да. Ну, выходите, я посмотрю на вас. Зачем? Вы ну, охрану зачем? Позовете, да? Нет, нет, я сама с вами пообщаюсь. Так меня друг день, я говорю, не оставил. Я да выходите, меня. Я с вами сейчас все порешаю, что по телефону разговаривать. Так вы зайдите сюда тогда. Туалет? Да. Все, давайте, иду. Выходите, я на вас хоть посмотрю. Такое чучело стоит, Рыгиля. Клуб Флайт, доброй ночи. Доброй ночи, это Фликт. Что? Да, клуб, говорю, Фликт. Туда попал. Это Флайт. Как? Флайт. Ну, Фликт, правильно. Mm. Mm. Я, значит, к вам вот тут пришел, да? Видите? Mm. Нет, не вижу, потому что вы не пришли. Вы что, одни там, что ли? Что? Вы одни там? Где? В клубе. Фликт. Наверное. Так может мы с вами просто уедем куда-нибудь отсюда? Нет. Вдвоем? Нет. Расслабимся. Доброй ночи. Не слышу. Доброй ночи. Я говорю, у меня денег нет, чтобы за столик заплатить, который я уже здесь с другом сидел, друг меня кинул. Вы не там сидите, видимо. До свидания. Я сижу в лифте, у вас денег нету. Нет, блядь. Зараза. Алло. Алло, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это ночной клуб Казанова? Да, все верно. А скажите, пожалуйста, можно папу к трубке позвать? Какого папу? У меня папа вас пошел в клуб, блин, оставил меня одного дома. Кушать хочу. А как папу зовут? Сережа. А как он выглядит? Он, наверное, за вторым столом сидит, там у вас где-то. Он обычно там сидел.
ты тупой. А что она делает? Ты слабак. В черной футболке, по-моему, пошел. В черной футболке. Хорошо, передадим. Пожалуйста, можно позвать в трубке, блин? Не, позвать в трубке не можем. Потому что я кушать хочу, меня дома закрыли. Я вас слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, можно папу позвать в трубке? А как ваш папа выглядит? В черной футболке, меня Богдан зовут. Скажите, Богдан. В черной футболке? А как его зовут? Сережа. Сережа? К сожалению, Сережа только белый. Ну, позовите, пожалуйста, меня дома закрыли. Дома закрыли? Да, закрыли. Ну, ничего, я думаю, вы найдете выход. Я хочу кушать, блин, у меня бросит кушать? Папа. Я тоже хочу кушать, представляете, сейчас бы карбонару съела. Я хочу карбонару тоже, блин. Карбонару тоже хотите? Ну, хочу. Вы можете завтра заказать у нас доставку с 8 до 3. Да, там конечно, есть карбонара. Доставку. Может, вы сами мне привезете, блин. Мы все успеем, не переживайте. Ну, пожалуйста, блин, Снежана. Снежана, да, это я, правильно, солнышко. Мой папа рассказывал про вас. Папа рассказывал про меня. А куда да. папа делся? Куда делся? Он к вам пошел, клуб, блин. А мы дома с мамой сидим. Ну вы не переживайте. Как только я его увижу, я сразу передам ему. Ну, передайте. А как вас зовут? Богдан. Меня Богдан зовут. Как? Богдан Богданы. А, да, хорошо. Можно сейчас позвать Как папу? Только я увижу, сразу же передам вашему папе. Подайте сейчас, пожалуйста, папу. К сожалению, сейчас его нету. Может он в туалет пошел? Всего наилучшего. Может он в туалете? До свидания. Сходите в туалет, он там. Блять. Вот так вот с Богданом, сука.